Первый чемпионат мира по футболу на Ближнем Востоке официально стартовал. Над стадионом Эль-Байт в виде шатра с отсылкой к полукочевому прошлому катарцев посреди пустыни вспыхнули фейерверки. В преддверии матча открытия канал Евроньюс побеседовал с легендами спорта на церемонии вручения наград «Глоб Сокер» в Дубае. Наслаждайтесь, ведь это же Кубок мира. Это огромная честь, какую бы страну ты ни представлял, играть на чемпионате мира, и главное, чтобы ты наслаждался этим. Я уверен, что нас всех ждет великолепное зрелище. Прежде всего, они должны получать удовольствие, и удачи всем игрокам, принимающим участие, потому что чемпионат мира – это уникальное событие, которое бывает только раз в 4 года. Правда, насладиться первой игрой сборной местному населению вряд ли удалось. Катар стал первой в истории с 2006 года командой страны-хозяйки чемпионата мира, проигравшей в матче открытия. Победу праздновал Эквадор 2-0. На фестивале болельщиков FIFA в самом центре Дохи царила потрясающая атмосфера. Если у вас нет билета на матч, это лучшее место, где сталкиваются футбол, музыка и различные культуры. Это то место, где собираются болельщики со всего мира, чтобы продемонстрировать свою национальную гордость. Тысячи людей не пропустили, поскольку за несколько часов до начала матча вместимость площадки достигла 40 тысяч человек. Если это хоть немного свидетельствует о том, какого неистовства болельщиков мы можем ожидать, то нас ждет захватывающая борьба за Кубок мира. На колеса KZ современный джигит найдет свои 500 лошадей. А кто-то комфортный седан для пассажиров. На колеса KZ каждый найдет авто для себя. Колеса KZ. Приложение для продажи и покупки авто номер 1.